Это видео по коронавирусу. Меня, в общем-то, со всех сторон спрашивают, когда это все прекратится, кто вообще все это изобрел. Ну, в общем, много вопросов. Я хочу сразу сказать, что ясновидение по коронавирусу очень сложное, его сложно просмотреть. Ну, видишь, там люди в масках, видишь, люди мертвые, там много могил, там, ну, в общем, это самое, там скидывают в яму трупы. Ну, вот, ну, понимаете, статистики в ясновидении я не вижу. Да это вообще никто никогда из ясновидящих не видел никакую статистику в ясновидении. Поэтому, конечно же, сложно определить. И я решила чисто по своей внутренней интуиции сказать, хотя не исключено, что я могу ошибаться. Но также в ясновидении я видела снег, значит, коронавирус будет до какого-то снега. Теперь уже, в общем-то, конец февраля близко, и думаю, что конец февраля этот не совсем подходит под окончание коронавируса. Скорее всего, это вот следующий год. Но если до следующего года коронавирус продлится, ну тогда треть человечества точно погибнет. А также я решила просмотреть сам вирус. Я увидела вот этот вот шарик там с этими с пупышками или там какими-то волосками. Но за ним еще следующий шарик шел. И он опять вышел из какой-то лаборатории. Поэтому я не удивлюсь, если вот сейчас вот как бы больше болеет монголоидная раса, я не удивлюсь, что еще какая-нибудь раса болеть будет. Я ничуть не исключаю того, что если вирус попадет, допустим, на африканский континент, что там тоже что-то не начнется. По той причине, что и сам вирус создан так, что он способен, в общем-то, мутировать. Поэтому какое-то время может пройти, вот тут небольшое, и он может смутировать и, допустим, как говорится, кинуться на негров. Ну, вот такая вот невеселая ситуация. Я уже говорила в видео, что этот вирус созданный в американских лабораториях только для того, чтобы, как говорится, усмирить китайцев. Но для того, чтобы как бы часть населения убрать, а убираться в первую очередь будут это вот монголоидная раса и, в общем-то, негры. Ну, это мое мнение такое. Ну вот, а так в ясновидении я, в общем-то, постоянно вижу, что, в общем-то, люди в масках, мертвых много, больных много, поэтому еще до окончания всей этой болезни, в общем-то, еще пройдет какое-то время.